работе в детских лагерях в Тверской области в ходе летней оздоровительной кампании этого года будут допускать только вакцинированных сотрудников или тех, кто уже переболел коронавирусом и имеет в своем организме антитела. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя. Как отметил глава региона, сотрудники, которые будут работать в первую и вторую смену, на сегодняшний день должны быть уже привиты от коронавируса или иметь необходимое количество антител. Те, кто планирует работать в более поздних сменах, должны вакцинироваться как можно скорее. Кроме того, Игорь Руденя отметил, что на сегодняшний день перед главами муниципалитетов стоит задача по подбору персонала, который будет работать в течение летней оздоровительной кампании. Также поставлена задача по улучшению системы мотивации для работников. Мы понимаем, что родители, передавая своих детей в лагеря, должны иметь полную уверенность, что с ними работают люди, которые имеют иммунитет. Это первое. Второе, мы понимаем, что нам очень важно иметь профилактику. Профилактику, потому что если предположить, что кто-то может занести эту эпидемию на территории лагеря, то родители вместо там оздоровленных детей получат обратно домой детей, которые находятся в состоянии заболевания, потом надо будет брать больничный, и, соответственно, уже все будет испорчено. И настроение, и время, и все.